соперник, если честно, был, если не лучше, то равным. Тяжело было играть очень сильно, тем более такие тяжелые погодные условия, тем более третья игра, ноги уже сели, скорости были не такие высокие, поэтому уже легче было убежать от защитников. Ну, плюс в тех эпизодах, когда я забивал, хорошо сыграли партнеры, то есть мне труда не составляло, два раза выход один на один, это несложно для нападающего, я думаю. В целом, вообще, какие ощущения от соперников, с которыми пришлось сыграть, ощущения от турнира? Ну, турнир вообще сказочный, почаще такие турниры. Команды очень сильные. Вот мы сейчас ездили недавно в Италию, вот команды не уступают по уровню ни Наполи, ни Боруссии, ни ведущим европейским клубам. То есть юношеский футбол в России на высоком уровне. И здесь очень хорошие команды. «Зенит», «Динамо», тем более страны СНГ славились всегда своей школой.